Продолжается зимнее первенство района по футболу, стартовавшее 20 ноября. 26 ноября состоялся второй тур этого чемпионата. В этом туре участие приняло 8 команд. Результаты встреч выглядят следующим образом. Сосрука Интер 7-2, Бельчипсины Гирухай 1-4-4 и Гирухай 2-Нур 2-3, Дружба Кашихабль 1-6. Очередной тур первенства состоится в субботу 3 декабря на стадионе СОШ номер 2.